Лена, вот мы проводим лечение по поводу длительных головных болей, которые у вас уже на протяжении 35 лет. Боли локализуются в области правого виска. И вы также отмечаете значительное снижение зрения. Да. Последние годы головные боли у вас сопровождаются потери сознания, судорогами, да, и значительно участились. Да. Мы проводим курс иглоукалывания. На прошлом сеансе у нас пробудилась энергия ЦИ. Вот как вообще вы чувствуете себя за то время, в течение которого мы проводим лечение? У меня перестали головные боли. Зрение сейчас меняется, ну, не сильно резко, а так, что приходит, уходит. То есть временами четкость. Появляется четкость. Да. Линзы я сняла, я хожу сейчас пока без линз. И четкость то появляется, то уходит. Головной боли вообще практически нет. Ну, просто сна чуть-чуть. А потом все нормализуется. Я целый день хожу бодрая, без боли, без ничего. Спина тоже перестала болеть. Хотя вы приехали сюда с выраженной слабостью и с частыми головными болями. Сейчас они полностью прошли. Да, полностью прошли. И вот мы наблюдаем второй сеанс, когда у нас пробуждена энергия ЦИ. И вот какие у вас будут ощущения, вот то, что будете чувствовать, пожалуйста, рассказывайте. Хорошо. Сейчас происходит, так сказать, перемещение глаз. Само по себе оно движется, и также голова поворачивается за глазами. То есть непроизвольное движение глазных яблок? Да. А когда были закрыты глаза, то такое ощущение было, что сзади в глазах что-то плавает. Потом глаза открылись, и началось вот это перемещение плавное. Глазами, и голова поворачивается сама. То есть движения не ваши, не сознательные, а идут откуда-то изнутри. Да. Ну, сопротивляться невозможно, как бы. Оно само по себе, и даже не хочется сопротивляться. Чувствуется вот в глазах, как бы сказать, напряжение, да? Но чем это, как это все происходит, кто управляет, непонятно. Жар в груди, так сказать, тепло, ну не сильный жар, тепло вот там оттуда откуда-то идет. Начинаю осматривать потолок. Новое напряжение. Что-то так быстро. Сейчас все глубже, глубже, ниже, ниже куда-то захватывает. То есть движение. Как сказать, по кругу, широкий круг берет совсем. Вот глаза сами они крутятся. Теперь сужается круг. Сужается на потолке. В точку вот все.
мы видим, как на фоне сеанса Иллоукалывания пробуждена энергия Ци и запускается программа самокоррекции, самоисцеления тех проблем, которые есть у данной пациентки. Сейчас смотрю вперед, ну, в самый низ. Стараюсь увидеть ноги, там получается. Да, вот это очень важно. По существу сейчас описывается комплекс упражнений для глазных яблок, которые повышают эластичность связок глазного яблока и которые способствуют восстановлению зрения. Поэтому то, что вы чувствуете, рассказывать это очень важно. Быстро-быстро крутится. Берут большой радиус, но из-за того, что занавеска, большой радиус сейчас кручу глазными яблоками. Такое подергивание влево-вправо, в самом низу. Не подергивай, может, движение? В глазах. Мне не видно, да, в глазах вот это вот движение туда-сюда какое-то. То один глаз, то второй глаз. Как будто что-то там перемещается туда-сюда. То в один угол, то второй стараюсь как посмотреть. Вот немного выгибает еще грудную клетку у вас, приподнимает. Да. Куда-то в позвоночник чего-то вот куда-то там, так сказать, в поясницу уходит вот это вот желание чего-то поднять. Сейчас отпустила, все расслабилось. Йога. Это что? Вы что чувствуете сейчас? Сильно напряжение чувствую. Накручивает все меня вот так вот. Вы можете остановить эти движения? Нет, не могу я ничего сделать. Оно само крутится. Напрягается очень сильно. И остановить эти движения нельзя? Нет, это очень, очень сильно само происходит. Я ничего не могу. Тело выжимает. Да, такой вообще я ни разу не чувствую. Пипец. Вот мы видим переход двигательных оздоровительных движений, которые распространяются вдоль всего туловища. Ой, блин! Остановить можно эти движения? Реализуется программа самовосстановления, самоисцеления, которая заложена в глубинных пластах природы человека. У вас головные боли в течение 35 лет, и вы
обследовались, лечились. Что-то было подобное во время других видов лечения? Нет. Ну и эффекта от лечения ведь не было, от того, которое вам проводилось раньше. Нет, не было. А время обезболивания и все. Все равно все возобновлялось. То есть посадила вас сила? Да. Я так сама встать не могла. То есть сами так не могли раньше встать, нет, да? С большим трудом. Позвоночнику сейчас больно в пояснице. То есть растяжение в поясничном отделе позвоночника идет? Да. И ноги снизу болят. Под коленным чашечком. Ой-ой-ой-ой! Мы видим элементы самомануальной терапии, когда за счет скручивающих движений ног, туловища происходит вправление позвонков. Очень большая сила. Очень-очень. Ой, бабочки. Противиться невозможно? Нет, не получается. Сейчас в бараний рог скрутит. Ну давай, еще ноги за голову, вообще будет ништяк. Больно как. Силу можно попросить. Вот, я ее и прошу, чтобы так не мотался. Энергетический самомассаж ног, что способствует улучшению лимфодренажа, венозного оттока. То есть все движения правильные, программы восстановления находятся внутри самого человека. Пациенты начинают выполнять элементы йоги, которые они никогда не выполняли, и которые в обычном состоянии повторить они потом не могут.
мы наблюдаем феномен именно пробуждения первородной энергии, данной нам свыше, то, что называется энергией духа. После пробуждения данной энергии часто выздоровление наступает за считанные сеансы. Хруст, а где был сейчас у вас? Шейный, грудной отдел. В шее, в груди тут хруст. Организм сам находит те позы, те движения, во время которых идет самовправление, самокоррекция позвоночника и суставов. Все? Вроде все. Оздоровительный цикл движения завершился. Энергия ЦИ отработала полный цикл необходимой для лечения программы. Сеанс лечения завершен.